Все предприятия и другие юридические лица, работающие в сельской местности, добывают подземные воды без лицензии. Об этом заявили специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и АПК во время обучающего семинара для глав муниципальных образований, который сейчас проходит на Янмаре. По словам экспертов, отсутствие лицензии – административно наказуемое деяние. Штраф немалый – до 1 миллиона рублей. Разрешение на добычу подземных вод до 500 кубов в сутки с 2015 года оформляют в регионе. Раньше этим занимались федеральные структуры. Для получения лицензии заявитель должен направить к нам в департамент заявку и необходимый перечень документов к ней. А лицензия может быть предоставлена только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта требованиям санпинов. Это одно из самых основных условий. В заявлении должны быть в обязательном порядке указаны географические координаты водного сооружения, будь то колодец, либо скважина. Также специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и АПК отметили, лицензия выдается только на платной основе. Стоимость 7,5 тысяч рублей. Добавлю, разрешительные документы на добычу воды в сельской местности не нужна только тем, кто имеет в собственности земельные участки. Но и здесь есть свои нюансы. Объем добычи не должен превышать 100 кубов в сутки. При этом воду нельзя передавать третьим лицам и использовать ее в коммерческих целях, так гласит закон. Что касается предприятий и юрлиц, которые до сих пор не имеют лицензии, то их в ближайшее время могут оштрафовать. Прокуратура данный вопрос держит на контроле.